Да. А у вас финал лузера? А, точно, точно. Я помню. Это же осталось. Все, понятно. Осталось трое. Сейчас будет интересно. Баба, мы бы поехали. Я не против танго. Вот как он, да? Я не против танго, но я знаю, что танго проиграл. Мне кабак проиграл. Если нет кабака, то все, все, все. Сейчас тогда победит Сильнейший. Сильнейший выиграл. Для первого, да? Я не помню, что сегодня все играют за Найтвульфа и Кабала? Вот. Что-то поменялось, что ли, в игре? Ну, накануне 2018 год. Ну вот я даже сколько не... можно. Да, обычный кемпер. Саб-Зиро, Скорпион. Когда разрешено, но Псайба там, да? Да нет, почему Псайба там? Да, почему там? Он ходит быстрее. А? На темных аренах его не видно. Если мне покажут человека, который шансунгом эфирин играет со всеми. Я зауважаю человека сразу. Шансунг. Понял, да? Один-один. Помнишь, как он переворачивает? Нет, так это бросок же обычный. Это твоя личная зона или это... Нет, это массив. Он, видимо, потому что сарик болтает, я не знаю. Но стал лицензию в режиме. Я зарабатываю гонкой, я живу гонкой, я люблю гонку. Я убиваю чай. Я убиваю чай по гонке. Сейчас мы тогда отключимся. Вот это вот это бой века, блядь, просто. Вот так вот играли, блядь, раз миллион, блядь, наверное. Процентов всех игр сегодня сайтов против Кабала. Ой, это кто? Зеро против Кабала. Блядь, все детство будет. Друг против друга. Кто Кабала, кто не сайтов. Вообще, все время, все детство, я вот в 21 минуту, мы играли вот так вот. Я играл... Ну сразу видно, другая арена просто была. А потом он стал Скорпион. 1-1. Это ему не помогло. Не помогло. Причем здесь они играют, потому что у меня реакция уже не очень. Я не могу теперь
лет назад уже быстро. И ты подумаешь, что будет. Я не сделал, что не Всем привет! Да? И сейчас и мы продолжим. И это финал Узеро. Это старая контрольная. Один. Бил. Ну что, кто кого? 3-1. 3-1 это исторический.